Привет, Верхнекамье! Новый виток для Губахи. 1 сентября там состоялось открытие образовательно-производственного центра. Так, в рамках проекта «Профессионалитет» Уральский химико-технологический колледж стал базовым учреждением кластера химической отрасли региона. Теперь его студенты будут обучаться на современном производственном оборудовании, в лабораториях и мастерских. Новость с севера региона, Черденский округ. Местные власти сейчас активно борются с борщевиком Сосновского, который заполонил территорию площадью 380 гектаров. Так, с 2019 года обработано 85,5 гектаров в поселениях округа. Специалисты напоминают, если ядовитый сорняк растет на территории жителей, убирать должны сами собственники. Однако есть территории, которые никому не принадлежат. Их должен очистить муниципалитет. Для этих целей была приобретена роторная косилка, и работа по скосу борщевика уже ведется. На сегодня обработано 2,3 гектара, и это только начало, отметили в мэрии. Уличное освещение, задержка работ, мусорные площадки, а также ремонт домов. Эти вопросы предстоит рассмотреть главе Красновишерска уже 7 сентября. Глава округа Евгений Верещагин уже в четверг проведет прямой эфир у себя на странице. Жители в комментариях уже задают актуальные вопросы. Начало эфира в 16 часов. Рубрику «Верхнекамье» сегодня подготовили Екатерина Зюбзеева и Сергей Калиник.